театре «Огниво» состоялось заседание жюри по присуждению премии имени Железкина, в состав которого вошли театральные критики, заслуженные артисты России, члены Общественной палаты городского округа. Председатель жюри – заслуженный работник культуры Российской Федерации, доктор искусствоведения, художественный руководитель Московского театра «Кукол» Борис Голдовский. Нижайший поклон вашему прекрасному городу, потому что я уже говорил, что я не знаю премии, причем такой премии, которая есть, премия, посвященной актеру, замечательному актеру, великому актеру, замечательному режиссеру, которая есть у вас. Это действительно абсолютно в России, во всяком случае, это уникальное явление. Отобрано 9 спектаклей финалистов, которые примут участие в основном этапе конкурса. Особенно жюри отметило постановку «Муха-цокотуха» Вологодского областного театра «Кукол», спектакль «Шекспир во время чумы» или «Трагедию шутов», Санкт-Петербургский театр «На Пролетарской» с постановкой «Саня, Ваня, с ними Римас». Отличились творческие коллективы из Тутаева и Ярославля. Мытищинский театр «Кукол Огниво» представил спектакль «Сергий Радонежский». Он вошел в тройку лучших в номинации «Лучший кукольный спектакль». Спектакль для взрослых. Приедут к нам на площадке нашего городского округа и представят свое искусство, свое спектакль на суд нашего зрителя и суд нашего компетентного жюри. Жюри действительно у нас было очень, так сказала бы, представительное, в том числе Павел Андреевич Руднев. Он у нас и искусствовед, театральный критик, и работает в Московском художественном театре и преподает. Ну, в общем, всегда важно для наших театралов, для тех, кто представляется на конкурс, кто будет в составе нашего жюри. Эта премия собирает театралов-кукольников со всей России. Организаторы, давая жизнь этому творческому состязанию, как раз и ставили перед собой задачу объединить театры из самых разных регионов и показать их зрителям. Татьяна Горностаева, Максим Силаев, Первый Мытищинский.